И вот я снова в Марине. Идем проведывать катер и ставить всевозможные вкусняшки на него. Посмотрю, постараюсь задержаться здесь на пару дней, поковыряться. А как тут поживает катерок? Катерок. Ох, какой он грязный катерок. Сейчас будем прыгать. Видите, как далеко. Опа! Вон дождики были. Видите, в ведре вода стоит. Ну что, здесь надо канал починить вот этот. Вот его примяли, когда транспортировали крышу, и получилась дырка. Надо купить кусок этого канала. Ну, сейчас потеплеет, буду этим заниматься всем. Так, вот видите, модель сразу принес. Открываем. Вот, слышите, бряк, это сразу пришло сообщение о том, что вскрыли лодку. Опа-на. Ой, тут хорошо так, прохладненько. Топитель. Ну, он практически не работает, он еле-еле теплый. Я тут все грешил за эту дырку. А теперь-то я понял, зачем она, народ. Оказывается, смотрите, если сюда сдвинуть шторку, то она как раз в эту дырку-то и убирается. О, вот она зачем. А я думал, матрас мне неправильно сделали. Ха. Оказывается, не все так неправильно, как мы думаем, когда сначала это видим. Ой, прохладно тут, хорошо так. Так, что у нас, значит? Холодильники работают. Нигде не могу такой холодильник найти, его заменить бы. А потом, видите, страшненький такой. Ну, буду отмывать это, конечно, все еще сейчас по весне. Но этот белый пластик особо не отмывается, честно сказать. Ну, так холодит. Так, что можно? Попытаться кондиционер включить. Уже довольно жарко на улице. Так, где мой контроллер? Режим меняем на кондиционер. Вот у нас тут сейчас 56 градусов, а мы даем, чтобы он держал 68. Вот так пускай. У меня непонятки пока с этим кондиционером, он в последнее время стал в ошибку вылетать. Возможно, что это из-за того, что просто вода стала очень холодная за бортом. В общем, моя задача за эти выходные здесь поковыряться максимально и все это навести в порядок. Будем сейчас этим заниматься. Сейчас принесу из лодки кучу всякой электроники, которую надо установить. И буду ставить, наконец-то заканчивать панель и так далее. Все, ребят, буду подснимать, так что вы будете видеть это все в процессе. Также у нас сегодня пятница, значит, в воскресенье я выйду в стрим. Но стрим вы увидите, наверное, раньше, чем этот ролик увидите. Так что не забываем, теперь по воскресеньям у меня стрим проходит. Задавайте ваши вопросы под стримом. Я на них буду отвечать в следующих стримах своих. Также не забывайте, кто хочет задать вопрос напрямую, у меня есть свой канал в программке Zivo, как типа рации это. Я практически всегда в ней нахожусь в онлайне, так что вы можете задать свой вопрос, какой вас интересует, дабы
получить ответы. Вот, ребят, на этом там временно закончу. А, кстати, яхта вот там вот стоит. Я на нее потом, может быть, схожу, если будет время. Все. О, смотрите. Тут даже жениха с невестой каких-то снимают. Вот там вот, видите, фотограф. Теперь они сейчас обратно пойдут. Не думал, что тут такое развито. Такие бывают развлечения. Беру тележечку, пойду барахло всякое из вена доставать. Вот, смотрите, загрузил я целую тележку, весистая получилась. Сейчас привезем ее. Это все на лодку идет. Ну, здесь инструмент всякий. Всевозможные. Компьютер для программирования новые, наклейки на лодку регистрационные, сенсоры, тут видите, целая гора всего. Тут главное правильно повернуть. Вот рыбацкая настоящая лодка, без всяких прикрас, даже кондиционер вон на крышу втулили. О. Сейчас буду таскать все на лодку это. Вот, смотрите, устанавливаю модули вот эти вот. Туда внутрь. Лежать в ее коленях головой. Рассветы собирать с ее ресниц. Сейчас пока примеряюсь. И засыпать, как в сказке. Это вот компьютер, где я вижу, какие модули. Сейчас убавлю громкость. Ну, вот такие. Вот. Здесь я вижу на экране, какие модули к чему у меня привязаны. Сюда мне надо поставить два вот этих модуля. И два вот таких модуля. Это как минимум. Возможно, еще пару добавится. Как только я поставлю два вот этих модуля, многие из вот этих проводов я смогу буду на них подключить, и они будут как бы ready для использования. Принес шуруповерты. Дрели. Можно было работать. Сейчас установлю модули эти, и можно будет смело обвязываться. Шуруп взял. Так, насколько он торчит, этот шуруп. Видите, всегда проверяйте, насколько торчит шуруп, чтобы не сильно он торчал, иначе вы пройдете насквозь, и с той стороны он может у вас торчать. Так, есть один модуль установлен. Сейчас я
видите, установлен здесь этот модуль. Так, сверху выглядит. Это вот у нас N2K сеть. Гребенка N2K сети. Вот он сам этот модуль, который я сейчас устанавливаю. Кстати, смотрите, какой хороший ракурс съемки. Сейчас, может, камеру вот так сюда перенесу. Сейчас посмотрим. Так, в общем, вот он установлен модуль. Вы можете его видеть. Он уже все закреплен намертво. Сейчас буду устанавливать второй модуль. Его, я думаю, установить вот здесь. Смотрите. Нашел пластинку прямо идеально, как вот та, что там стоит. И будет ее продолжение вот такое для модулей, подставка. Сейчас я, наверное, все-таки откручу этот модуль. Прикручу ту пластинку и начну ее более компактно ставить, чтобы можно было три таких модуля сюда поставить, если что. Потому что мне может двух не хватить. Хотя на эту пластинку прекрасно два модуля встают. Может, и нет смысла тут откручивать. Сейчас новый поставлю. И буду дальше плясать новой пластинки этой. Так, ну вот здесь уже надо засверливать. То есть, если в эту пластину можно вкручивать шурупы без засверловки, потому что она мягкая, то в корпус надо сверлить. Для этого у меня есть вот такие вот сверла, видите, специальные для шурупов. Вот ими сейчас и будем сверлить. Сейчас сначала подберу шурупы все. Так, надо углублять. Зинкую поглубже, чтобы когда шурупы закручу, головки не торчали наружу. Сейчас видно, что они очень одинаковые, эти полоски. Так, предположим, если я вот это все-таки прикручу вот так. О, намертво сидят два модуля. Сейчас начну их раскручать. Надо свет какой-то организовать сюда, конечно. У нас ночь. Я вот, видите, конфигурирую сезонную систему эту. Начал раскручать модули. Вот первый модуль уже включенный. Второй еще не подключен. Сейчас силовые провода на них подтяну. Это у меня конфигурация системы для подстраивания оперативного. Тут вот, видите, куча всего разложена. В общем, ковыряюсь. Процесс идет. Хотелось бы быстрее, но идет. Сортирую провода. К сожалению, давно занимался всем этим, поэтому все повылетало из башки. Заново разбираюсь со всеми проводами. Ну вот сейчас более-менее разобрался. Сейчас буду подключать. Ну вот. Заработал уже один модуль. Вот этот вот. Видите? Второй тоже подключен, но еще мощное питание не подведено. На этот уже подведено. Осталось буквально две нагрузки сюда, и можно будет вот этот закрыть кожух вот так. И закрыть его крышечкой. Все это. Видите,
предохранители тут. Это вот уже свет, например, в салоне здесь. Вот этот работает уже через эту систему. То есть, вот, например, я делаю, смотрите, ночной круиз. А вот, система выключить. Сейчас он через 10 секунд должен, или сколько-то там, не помню точно, выключить эти фонари. Вот, видите, выключилось. Теперь я даю ему система включиться. Вот он включился, видите. Если я перейду вот сюда, давайте все, что со... Сейчас уберу, чтобы не мешалось на экране. Все, что связано со светом. Так, hardtop floor. Вот swim платформа. Ну где тут? Hardtop. А вот hardtop color change. Вот смотрите, говорю, поменяй цвет. Чик, видите? Еще раз могу поменять цвет. А если я вот так сделаю, то есть в момент разгорания белого нажму смену цвета, он останавливается, не разгоревшись до конца. Но правда, это работает только на белом. То есть вот он пока плавно разгорается, его можно таким образом остановить. Здесь интерфейс не очень удобный пока. Потом будет отдельное устройство стоять, которое будет контролировать. Просто это как одна из возможностей контроля этой системы. Вот, видите, C-Zone Control Monitor. Здесь вот можно алармы посмотреть. Но у меня на данный момент куча алармов, потому что часть девайсов просто отключена. У меня пока только два модуля подсоединено. Остальные пока, видите, потеряны. Но это ничего страшного. Это я буду отлаживать потихоньку сейчас. Самое смешное, что вот этот, от этого пучка в связи с вводом этой системы столько колоссально лишних проводов остается. Я жалею, что сразу, когда делал катер, не подумал об установке этой системы. Я бы выкинул бы здесь бы такие бы пучки провода, что просто ужас, сколько провода я бы выкинул. Система была бы намного проще. Ну, сейчас я эти провода, конечно, здесь просто сверну, да и все. То есть это не проблема. Ну, вот, что у меня из фонарей уже подсоединено? Потолок подсоединен. Ну вот под списку можно пройтись. Encore Lights подсоединен. Cockpit Lights на арке подключен. Cockpit Lights пол пока не подключен. Bilge Pump подключена задняя. То есть я вот могу, так, например, вот помпы. Ну сейчас бловеры включены, по его мнению. Просто у меня настроено так, что при включении лодки общего питания на 5 минут будут включены бловеры. Его сейчас выключить невозможно, насколько я знаю. А нет, вот выключается с монитора. Вот. Bilge Pump, вот задняя. Включить. Вот она зажужжала. Видите, вот ток пошел. Выключить. Ну, в общем, потихоньку отлаживаю. Вот это пока тоже еще не работают данные, потому что модуль еще не подсоединен. Ну, поковырявшись недельку-другую, я думаю, все отлажу. Хочу вот сегодня более-менее закончить вот с этими жгутами, сегодня-завтра. То есть, чтобы вот эту часть можно было уже наконец-то начинать закрывать. Кнопками тоже решить надо вопрос. Либо я оставляю свои белые кнопки, немножко там посчитаю, сколько мне их переделать надо и так далее. Либо покупаю фирмовые сезоновские, но они будут синими. Я бы хотел бы белые оставить свои. Потому что у меня приборы все, они тоже беловатым оттенком светятся. И кнопки белые будут очень красиво смотреться вместе с ним. Ну и экономия, каждая кнопочка тоже $17 стоит. То есть ее надо либо покупать тогда,
либо все-таки сэкономить можно будет. Так как кнопок 14, вот и посчитайте, 14 кнопок по 17 баксов. Вот так вот примерно выходит. Спрашивается, почему нельзя накидать как попало и плюнуть? Все равно же закроется, никто этого никогда не увидит. Нет, я как дурак распахал сейчас все. Видите, вот, смотрите. Вытащил, переделал все, чтобы все было как конфетка. Перевешиваю модули, перепланирую проводку всю. Ой. Ну, в общем, нашел себе развлечение, установку сезонной системы в, по сути, почти готовую панель. Но ничего, доделаю, будет конфетка.